Track 1, Track 2. Кшиштоф Скубишевский объявил о том, что Польша ведет переговоры с руководством Европейского экономического сообщества о заключении с ним соглашения об ассоциации. Этот документ позволит польским товарам выходить на рынок 12 европейских стран, а также облегчит приток в Польшу иностранных капиталов. Ну а теперь от высокой политики вернемся к проблемам бытовым, а если точнее, то почтовым. Ну, почти правилом стало, что почту многие люди получают с большим опозданием, а Министерство связи приводит в связи с этим объективные и субъективные оправдания. А вот в Австралии с этим делом проблем нет. Снять, как развозятся утренние газеты, мы не смогли, потому что делается это еще затемно. Судя по тому, что 6 моих ежедневных газет, завернутых в полиэтиленовую пленку, сегодня будет дождь. Если прогноз погоды был хороший, они были бы обернуты простой бумагой. Как видите, ни в какой почтовый ящик такой сверток влезть не может. Да и не почта доставляет в Австралии газеты, а специальное агентство, типа нашей Союз Печати. Если, допустим, вы часто уезжаете в командировки, то вы можете в любой момент, на любой срок отказаться от доставки газет и журналов. И в этом случае за них вы, конечно, платить не будете ничего. Вот я как раз собираюсь уехать из Канберры на 10 дней, и Анджела, газетный агент моего микрорайона, делает пометки в своих записях. Тут же раз в месяц я плачу за уже доставленные газеты и журналы. В этом агентстве товары примерно такие же, как в наших газетных киосках, только ассортимент, как видите, побогаче. Работает магазинчик с утра до позднего вечера, но заняты в нем только 2 человека, Анджела и его жена. Вот так ежедневно на своей развалюшке доставляет Анджела сначала утренние газеты, а чуть позже и журналы своим подписчикам. Каждый экземпляр стоит у него чуть дороже, чем если бы вы напрямую подписались в редакциях. Но тогда вам нужно было бы платить вперед за весь год, и вы уже не могли бы отказаться на время от своих газет и журналов. Так что на круг иметь дело с газетным агентством выгоднее.